На предприятии «Башнефть-Полюс» на месторождении имени Романа Трепса выбрали лучших по профессии. Творческий подход в технических профессиях показали 48 рабочих в 9 номинациях. Конкурс проходит уже в течение 6 лет и с каждым годом набирает все большую популярность. Ведь на кону участие в финале конкурса профессионального мастерства компании «Роснефть», который в этом году вновь пройдет в Уфе. Час на выполнение двух заданий – теоретического и практического, без права на ошибку. Сотрудники предприятия «Башнефть-Полюс» соревнуются за звание лучшего по профессии. Признаются, с каждым годом конкурсные задания во второй части, где необходимо показать свои умения и, самое главное, не растеряться, становится все сложнее. С изюминкой. Впрочем, по словам победителя в номинации «Машинист технологических насосов» Виталия Зуйкова, рецепт победы прост. Заниматься, еще раз заниматься. Долго, упорно и идти к цели. Сколько кубометров нефти содержится в цистерне, как рассчитать силу давления, химические формулы или, например, титры определенного раствора – эти знания участники ежедневно применяют в своей работе. Однако в рамках конкурса порой необходимо знать больше. Победительница в номинации «Лаборант химического анализа», а также в номинации «Лучший дебют» Вера Токарева отмечает, что без постоянного обучения в профессии невозможно. Если лаборант химического анализа не будет работать и над собой, и учиться, и склоняться над учебниками, и тетрадями, и ручками, это не лаборант химического анализа. Это каждый день тотальный труд. Кирилл Рубцов одержал победу в номинации «Оператор товарный». Признается, мечтал о другой профессии, но на выбор повлияли родители. И, как оказалось, не зря. Во внутреннем конкурсе «Башнефть-Полюс» участвует уже в четвертый раз и вполне успешно. Задания у нас в внутреннем конкурсе не меняются. Определяют по старому опыту, как покажешь себя. А по «Роснефти» уже в финальном конкурсе там уже происходит смена заданий. Финальный конкурс «Роснефти», в котором примут участие победители данного конкурса, пройдет в Уфе. Шансы на победу в нем «Башнефть-Полюс» оценивают как высокие. Этот процесс идет на высоком уровне. Ну вот скажу так, за 2017, 2018, 2019 год, когда мы участвовали, значит, в финалах смотра конкурса «Роснефти», мы занимали всегда призовые места. У нас в 2017 году первое место, в 2018 году второе место и в 2019 году второе и третье место, два места. То есть мы, в принципе, хоть и предприятие, так скажем, молодое, да, и в этих, значит, соревнованиях участвуем четвертый сезон в этом году, но мы рассчитываем и нацелены всегда на, так скажем, на лидирующие. Завершился конкурс профессионального мастерства награждением победителей. Каждый получил дипломы и памятные подарки. Впереди подготовка и финал. Мария Владимирова, Владислав Ткачев, телеканал «Север».